Глава государства ознакомился с работой Центра диспетчерского управления общественным транспортом, а также посетил ряд объектов Алматы. Накануне состоялась рабочая поездка Токаева в мегаполис. Завершив официальную часть, президент совершил прогулку по городским улицам, сообщает пресс-служба «Аккорда». В частности, вместе с сопровождающими глава государства заглянул во двор, где ранее жила его семья. Вот, значит, вот это окно, второе, три окна. Двухкомнатная квартира у меня. Пока Токаев был в командировке, президентскую резиденцию в Астане с экскурсией посетили 70 юных победителей международных и республиканских олимпиад, отличников учебы. Мероприятие организовали в День защиты детей. Во время экскурсии дети посетили центральный парадный холл на первом этаже и торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы. Осмотрели восточный, мраморный, золотой, овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.